В Улан-Удэ поддержали законопроект о праве усыплять бездомных собак. В мае в Госдуме рассмотрит поправку, которая даст право регионам самим решать, как быть с животными, оказавшимися на улице. На данный момент четвероногих можно лишь отловить, стерилизовать, после этого вакцинировать и вернуть снова в среду обитания. Однако, по словам специалистов, проблему бесхозных питомцев это не решает. Животные оказываются на улицах и плодятся. В Улан-Удэ отлавливается наибольшее количество собак по России. Мы это видим по статистике. То есть в 2022 году мы отловили 5021 собаку, в 2021 году было отловлено 5021 собака, в 2022 году было отловлено 6770 собак, и в этом году уже там порядка 2900. Количество постоянно увеличивается. Сейчас же в Бурятии собак, чей рост выше 25 сантиметров в холке, отлавливают и оставляют на пожизненное содержание в приюте. Также для владельцев, чье животное гуляет на улице без присмотра, введены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.